На первом этапе полеты будут осуществляться в Великобританию, Танзанию и Турцию. Сейчас Суперштаб работает над расширением списка стран. Ранее чиновники подчеркивали, что возобновлять пассажирские авиаперевозки Россия будет только по принципу взаимности. Напомним, правительство приостановило международные регулярные чартерные рейсы 27 марта. С тех пор осуществлялись только вывозные рейсы, организованные ведомствами для возвращения в страну застрявших за границей россиян, частные рейсы и рейсы по ввозу в страну иностранных специалистов.